Зачем нам солнце в Египте? Отдых на югах стал дороже. Официально средний чек тура вырос почти на 50%. Цены отбили у многих желание путешествовать. Так, в Турцию в этом сезоне по сравнению с прошлым годом отправится вдвое меньше уральских туристов – 22% вместо 43%. Число желающих слетать в Египет и Арабские Эмираты тоже сократилось. Зато увеличился спрос на отдых в Таиланде. Этой зимой на экзотику потянуло 13% челябинцев. При этом каждый десятый южноуралец предпочел отправиться в отпуск по России. Самыми популярными направлениями стали Краснодар и Минеральные воды. По наблюдению туроператоров, пока жители области не рискуют планировать летние каникулы за границей и все чаще отдают предпочтение локальным курортам и местным здравницам.